Всем привет, на связи сервис Инструмент. Сегодня у нас на ремонте очередной штиль 180. И принесли его к нам с такой проблемой: заливает свечу. Сейчас будем разбирать карбюратор, менять ремкомплект. Так, разобрали мы карбюратор. Что мы здесь увидим? Есть вот такая вот мембрана. Она со временем дубеет. Этот карбюратор еще ни разу не разбирался, ни разу мембрана не менялась здесь. Этому штилю уже более 10 лет. Вот, она стала дубовая. Она даже, ее вот так вот шатаешь, она хрустит. Вот. Она нажимала на иглу и обратно не отходила. За это заливала свечу. Сейчас мы поменяем ремкомплект карбюратора. Вот такой вот он продается отдельно. И промоем карбюраторной жидкостью карбюратор. Продуем его, соберем. Кто хотел, тот добывал, намотал сопли на кулак, встал и дал миру по ушам. Или как ты там, хотела себе тут заявить, что ты сделал, чтобы до цели дойти. А я выбираю лоб, выбираю лайф, выбираю жить с кайф, it's my right, stop my right. Mama, please don't cry. Your son so crying, all the joy at life. Mama, please don't cry. Mama, please don't cry. Mama, ay, 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 ay. Yeah, after life, oh, put on my car, vibe in my car, shake your neck, cut my mess, let's put on it. I am in money, my life, oh, navigate typhoon. After life, oh, put on my car, vibe in my car, shake your neck, my mess, let's put on it. Так, перебрали карбюратор, заменили ремкомплект карбюратора и будем заводить по традиции первый пуск. Ставим на подсос.